приехала Тин и Кароль и предложили принять участие вместе с Тиной в этом концерте. Так сложилось, что Тина — любимая исполнительница Амелии, поэтому, конечно, мы с радостью это восприняли и, естественно, отказаться не могли. И понимаем прекрасно, что нам еще учиться, стараться, заниматься. Вот. Но рядом с Тиной побыть вместе очень-очень почетно и очень радостно. Наверное, если вот говорить так глобально, то там нельзя не говорить о кланах в Украине, но это после победы, конечно же, всем понятно. Но вот пока происходит эта война, что в Польше, какие планы, как собираетесь дальше, как жизнь сложилась на данный момент в Польше? Спасибо огромное, конечно, в первую очередь хочу сказать Польше. Это невероятно то, что они делают для Украины, то, что они делают для нас, потому что мы чувствуем себя в безопасности. Опять же, понятное дело, что душа болит за тех, кто там остался, за своих родных близких, кто страдает сейчас. Мы можем жить в таких условиях. Вот. Нам повезло, у нас все сейчас хорошо, мы живем в спокойном месте, в уютном доме. Все необходимое для жизни. Дианелька, очень надеемся, завтра, послезавтра пойдет в школу. Где мой старший сын точно так же продолжит свою учебу, потому что в Украине сейчас это практически невозможно. Все нормально. Касательно планов, будем заниматься. Как оказалось, нужно заниматься вокалом. Мы просто не придавали этому значения и серьезности никакой. Но будем заниматься, будем надеяться.